теперь не поймешь, кто свой, кто чужой. Да свой. Фронтовая разведка. Похоже, немцы из фанерного завода лагерь сделали. Они перерывали детскую кровь своим солдатам. Все, мои хорошие, все хорошо. Есть где детей спрятать. Вы не имеете права вступать в бой, у меня пакет. Что важнее, пакет или дети? Нам бы день простоять, да ночь продержаться, да? Андрей Смоляков. Теперь ждем гостей. В продолжении военной драмы. Слушай, а что это такое? Топор. А зачем тебе? Устав вроде не положено. Мне разрешение от командующего. Топор. 1944. Премьера. 9 мая. В 21:25 на НТВ.